Всем привет! Добро пожаловать на канал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Я хочу ответить на популярный вопрос, который в последнее время мне задают по поводу скайп-консультаций персональных. Почему я прекратил? И я хочу пояснить перед своими подписчиками, своими зрителями, потому что многие пишут, просят объяснить, не ждут. Ребят, я уже говорил об этом в Телеграме, и я говорил об этом немного раньше на канале, и в Телеграме, и в Ютубе. Давайте кое-что поясню. Вас огромное количество. Людей, которые хотят заниматься персонально по скайпу, десятки, сотни. Очно в Москве тоже очень много. У меня очень плотное расписание и обязательства перед моими ребятами, которые приходят на 7-й сезон, на 6-й сезон, на разборы кейсов. Вас очень много. Я не смогу вас всех принять, поэтому скайп закрыт. Скайпов больше не будет. Важно это понимать. Если вы хотите получить информацию, если вы хотите начать работать над собой, мы сделали для вас 3 финальные программы в этом году. Это 7-й сезон, это разборы кейсов и тренинг в Москве. Вы можете выбрать для себя. Если вы новичок, и у вас паники, вегетатика, и вы все в тревоге за здоровье, и вам надо научиться с этим справляться, и научиться когнитивной терапии, пожалуйста, 7-й сезон онлайн с копиями, ссылки в описании, смотри. Не надо ждать полгода, что я приду с Алексеем, позанимаюсь персонально, а-ля у меня уникальный случай. Твой случай не уникальный. Я не смогу принять тебя в скайпе. Приходи на 7-й сезон, только так. По-другому я не смогу ничего для тебя сделать. Если ты был на сезонах, или ты уже устранил панические атаки, но у тебя сохранились тревога, сохранилось беспокойство, сохранилась общая вегетативная симптоматика, и ты пытаешься заниматься когнитивной терапией, но тебе нужны дополнительные техники, исправление ошибок, и смотреть чужие случаи, разобрать свой случай анонимно, со мной персонально, по скайпу, но чтобы никто не видел, но вы все будете это слышать, посмотри программу, которая называется «Разборы кейсов». Приходите на разборы кейсов. Изучите все видео по каждой программе. Изучите сайты по каждой программе. Но если ты настолько смелый, что готов встретиться со мной и провести 2 дня, 2 и 3 декабря, живой очный семинар в Москве, где мы 2 дня будем заниматься и упражнениями, и когнитивной терапией, и планом действий, и так далее. Я сделал для вас 3 огромные программы, которые будут вплоть до конца этого года. С 14 ноября кейсы, с 24 числа, с 24 числа 7 сезон и 2 и 3 декабря очный живой семинар. Я не буду больше принимать людей по скайпу. Я сейчас дорабатываю тех клиентов, которые со мной занимаются. И новых я клиентов в скайпе брать не буду. У меня на это не будет времени. Поэтому я вам искренне рекомендую выслушать меня и прийти на 7-й сезон, или на 7-й сезон и на кейсы, либо только на 7-й сезон, либо и на кейсы тоже. Изучите каждую программу. Выберите для себя. И начните заниматься. Не надо серфить YouTube. Не надо мониторить и ждать, что вас отпустят. Надо начать действовать. Персоналок я вести не буду новых. У меня некуда. Я делаю для вас все, что можно с 2011 года. Воспользуйтесь этим предложением. Увидимся на занятиях. У вас все получится. До встречи.